Михаил, ну что ты доказал своим... Смотрим самого гениального, блядь, режиссера, блядь, сценариста, блядь, а.к.а. актера, блядь, 2020, блядь, и 2021 года. Роликом. Сжечь машину за 13 миллионов рублей. Да за такие деньги, при очень тяжелой экономической ситуации, в свое время я бы 3 автомобильных завода построил. Что подумают твои дети через 20 лет, увидел этот ролик? Иосиф Александрович, ну что? Ебать, у них усы, блядь, и кенты постоянно на красный трутся, пиздец, блядь. Я думаю, они бесплатно фоткаются, ебать. Я думаю, они просто для души-то ебашут, блядь. Что ты пристаешь к молодому человеку? Ну хипанул немножко, пацанчик. Ну жёг машину. Они, бля, за деньги, ну, оказывается, бля, так... все за деньги все делают, блядь. Жечь свою машину. Ну, в свое время мы, каждая копейка у нас была на счету. Мы все вкладывали в страну. В экономику, чтоб люди жили хорошо. Михаил, мальчик мой, послушай. Это типа Владимир Владимирович, блядь? Бля, мне кажется, вообще не похож, нет, блядь, но есть только прической. Хотел бы показать вам EasyDrop. EasyDrop — это сайт, на котором ты реально сможешь поднять скинов. К черту Гейба с его кейсами, с которых никогда и ничего не падает. Ведь есть EasyDrop, большое количество кейсов, бесплатные, стандартные кейсы ютуберов, фарм-кейсы и еще много-много всего. Тебе всегда будет что открыть. Также по ссылке в описании и промокоду вы получите 40% к вашему депозиту. Поднимай лучшие скины на EasyDrop. Не похож. Кому-то нравится, кому-то нет. Не важно, что скажут другие. Всегда поступай так, как подскажет тебе твое сердце. Живи на полную катушку. Удачи. Бля, какое же у меня здесь лицо, ебать. Я помню, когда я, бля, в школе, ебать, в трусики навалился, нахуй. Я с таким же, ебать, шел по коридору, бля. И надо мной все смеялись, говорили, пошел ты нахуй, у тебя жопа в дерьме, бля. Я говорю, ребята, бля, что ж вы, а? Бля, мне кажется, знаешь, если вы хотите, чтобы вашу машину разъебали как-то прикольно, бля, это лучший человек, который может, нахуй, разложить ее, бля. Как-то креативный, ебать, значит, потом... Если он сейчас мою заходит, то он, блядь, ее сбросит с моста там, нахуй. Пиздец, бля. Вам нравятся прошаки? О, блядь, прошу прощения. Бля, честно, мне паршаки не очень залетают, ебать. Ну, на вообще пиздец, как киска бритая, бля, без вопросов, нахуй. Вот у боксеров, у всяких кайманов, бля, прикольно, что у них этот, блядь, спереди. А, и у 911-го, то, что этот бачок, ёпта. Ебать, он залип, конечно, вынюхал, ебать, дверь, ебать. Бля, пиздец, там, наверное, все охуели в офисе, бля, просто точило, ебать, выбили стекла. Ищет жертвы, ебать, слышь, охотник нюхает, блядь. Нихуя там бантики, блядь, на каймане, ой, на каене, блядь. Бля, не знаю, вот мне чем-то прошаки не заходят, вот хуй его знает, непонятно. Я вот смотрю, вроде пиздатая машина, а вроде смотрю, мне только 911 нравится новый. А, ну и кайман с бокстером. Именно спортивные. Даже Сайкан не зашел, не знаю почему. Оп, ебать, жертва, бля, обнаружена, ёпты. Вот спереди мне как-то она не очень нравится. Вот жопа прикольная вообще. А что это за звук был? Это видео, бля, как будто кто-то снег топтал. А, это кони, блядь. Нихуя там технологии, блядь. Ебать, прикольно, если бы у Катюки на киске такая же хуйня была. Чисто, блядь, знаешь, по коленке провел, ебать, сразу рогаточка, блядь. Бля, 16 миллионов, пиздец, бля. Не, ну жопа у меня вообще без пизды, ебать. Слышь, полоса вот это пиздец, бля, как вот пешеходный переход, ебнутый вообще веселевый. Мне вот это нравится тема. Бля, целочка вообще, блядь, ни одной пылинки, блядь. Бля, салон балансный. Вот салон реально охуительный, блядь. У Тайкана то, что они сделали монитор, вот этот пассажирский, бля.
Хоть пассажиру не скучно, можно втыкать там, я не знаю, что-то ебануть в Тетрис, бля, конкретно. Видовочек нет, что ли? Ебать, я подумал, это манекен стоит, блядь. Нет, блядь, не стасамка, нахуй. Ну вы поняли, манекен, который, блядь, тут справа это оператор. Бля, без вопросов, ни хуй не агрегат. Бля, надо такую же хуйню, слышно? Какая красивая, бля. Вот, и, ну, вот мне передох не зашел, я не знаю почему. Какой-то он, бля, непонятный, приплюснутый, ебучка какая-то. Вот в этом плане акула мне, конечно, посерьезнее нравилась. А акула, наоборот, мне жопа меньше заходила. Дайте плюс, то думаешь, что это постанова. А в чем постанова-то? Объясните, бля, я нихуя не расшаривающий, бля. Объясните пенсионеру, нахуй, не разбирайся, бля. В чем постанова? Типа компьютерная графика или что, ебать? Там заряда хватает на 120 км зимой. Я смотрел у Эдварда Билла, ебать. Ну это, конечно, пиздец, а не как айфону, ёпта. На газку поддал, ебать, ты оттащил уже пустышка, нахуй. Можно, по сути, слышишь, с этой мочилой, блядь. С этой машиной в комплект сразу, ёпта, эвакуатор покупать, чтобы кататься, блядь. Бля, взгляд у меня, конечно, пиздец хищника. Я, ебать, если девочка был бы, у меня сразу бы, блядь, там растопырило все, нахуй. Бля, я не знаю, мне... Мне не заходит машина без звука двигателя. Ну что, ребята, всем привет, на улице прекрасная погода, солнце, и сегодня у нас очень крутое событие. Мой друг Миша приехал покупать себе новую машину, и мы приехали его поздравить. Ух, бля, ебано. Ебать! Он же права недавно получил. Ебать, следующий ролик выходит, как он ее нахуй просто сжигает, ебать. Оскар, блядь, ну это, блядь, возможно, ебаный ротик, блядь, ребят, это хуй его знаем, блядь, Оскар не Оскар, но то, что въебал, он просто сам факт, это красиво, это, блядь, инфоповод, ебать, это по всему интернету разлетело сразу. Это пизда, так, а чел умеет, блядь, грамотно двигать, блядь, ну типа себя. Блядь, педали перепутал. Бля. А смысл, блядь? Ну, брат, смотри, как это работает. Ты же об этой хуйне узнал, вот, в принципе, в этом весь и смысл. То есть, типа, чем больше людей узнает, типа, об этом, ну, тем и пиздача.